Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лен Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу и Binance. Я писала по нему видео. Здесь я в этом боксе зарабатываю абсолютно без вложений на майнере, но и на серфинге, то есть на просмотре сайтов. Я проверила этот бокс на вывод. Минимальный вывод отсюда, ребятки, от 10 тысяч Binance Satosh. Выводила я 10 тысяч 13 вот этих BNB Satosh. Вот. Не забываем вот здесь, так, вот в сеттинге нужно прописать email адрес. Не адрес кошелька, а именно email, по которому вы регистрировались на Faucet Pay, так как вывод идет на Faucet Pay. Также рекламку я в прошлый раз показывала. Я здесь обычный экран, ПТС рекламка, потом я оффервал просматриваю, серфинг там тоже есть. Ну и в основном, после чего я, когда это все здесь отработаю, я сижу вот каждые 2 минутки, я зарабатываю, собираю энергию. Энергия эта нужна нам для майнера. У меня уже на 100 было 100 энергий, это 550 BNB Satosh. Сейчас у меня баланс по нулям. Ну еще я сегодня по-любому наберу 100 как бы энергии, и как бы кликну на 100 энергий, и у меня еще как бы плюс к этой сумме еще добавится. И по окончанию таймера, неважно сколько тут, 2 часа или вот сейчас 9 часов, я набрала сотни, загрузила вот этот майнер, да, он у меня в работе. Даже если час остается у вас, вы там набрали даже 5 энергии, кликните, значит, через час, через полчаса, тут как бы таймер вот он идет для всех, да? По окончанию таймера эти монетки идут на баланс вывода. Значит, вернемся на домашнюю страничку. Вот, сейчас вот на данный момент у меня 52 энергии. Значит, баланс у меня по нулям. Что тут мои результаты? У меня 3-й уровень как бы идет. 1340 вот этих звезд. И здесь, если мы кликнем, можете смотреть, да? Вот. Все. Так, с этим разобрались. Идем на Faucet Pay, ребятки, смотрите. Free Binance 10 тысяч 13 BNB Satosh. Вот этих 21 ноября. Вывод происходит, вернее, в ручном режиме. И я точное время не засекала, но часа полтора, наверное, ну час-полтора. Приблизительно так мне вывод шел. Значит, я вот здесь как бы, ну, пока на кране сидела, периодически заходила на домашнюю страничку. И вот когда у меня здесь сумма эта появилась, я пошла на Faucet Pay и посмотрела мой вывод. А пока вывод обрабатывается, здесь будет как бы по нулям у меня было. Работать можно. Все замечательно. Вывод я набрала быстро. Вот. В принципе, на этом и все. Кому интересно, работайте. Не интересно, не работайте. Это дело лично каждого. Вы сами себе начальник в интернете, в онлайн-бизнесе. Всем удачи, всем пока.